На сегодняшний день поездов больше, чем запасных путей в новом депо. Проблема в том, что больше половины этих поездов находятся без колес. Колесные пары либо ломаются, либо передаются бумажным трамваям. А количество дохлых вагонов остается все то же. В этом вагоне, например, не хватает одного колеса. В этом вообще нет колес. Как и в этом. А у этих все в порядке. Поэтому эти оставляем. И собираем команду на списание. Раз, два, три, четыре, пять. Колесные пары для них можно взять у вагонов, у которых они есть, а потом вернуть обратно для того, чтобы довести до места списания. Либо же погрузить на платформу вместо груза. Ну, тоже в зависимости от вагонов. Вот, собственно, мы и приехали на место. Поднимаем корабль. Тут уже кипит жизнь. Кран топить мы не будем. Почему? Потому что он тут будет находиться и сопровождать все списанные поезда. Итак, первый пошел. Жаль, что нет подводной камеры. Потому что то, что там находится, это непередаваемая даже красота. Следующий. И два последних. Смотрите, сколько тут водорослей. Спасибо за просмотр.